Андрей Сергеевич, я справилась с заданием, которое вы мне дали. Теперь жду новое. Ну хорошо, тогда слушаю новое задание. Бери бумагу и ручку. Пиши формулу. C8H10N4O2. H10N4O2. Записала? Да. Так, теперь слушаю вторую. C12H22O11. H22O11. Так, теперь. Разыщи мне все это. Угу. И смешай первое со вторым в пропорции 2 к 1. Затем добавь 190 мл H2O и принеси мне в кабинет. Справишься? Да. Только давай быстрее, это очень важно. C12H22O11. Это кажется, сахароза. C8H10N4. Что же это такое? Это... Кофе. Что? Он попросил вас принести ему черный кофе с сахаром. Черт, опять!